Остановка УПК в Абакане – одна из самых крупных в городе, где курсирует много муниципальных и коммерческих автобусов, а в летний сезон и дачные. С середины минувшего лета в районе остановочного павильона коммунальщики установили видеокамеру, чтобы была возможность следить за перевозками общественного транспорта, фиксировать нарушения. Однако видеокомплекс не оправдал ожиданий. Он записывал весь проезжающий транспорт, пришлось приобрести новый. Она будет фиксировать только автобусы, которые проходят через эту остановку. Выдавать нам, может выдавать отчет. Также диспетчера у нас будут наблюдать, какие автобусы прошли, в какое время. То есть и будем следить полностью уже за теми автобусами, которые проходят через данную остановку. Это практически большая часть всех автобусов. И то есть уже будем как бы по перевозчикам предъявлять, то есть, все нарушения. Вся информация с видеокамеры будет передаваться в режиме онлайн на монитор диспетчеру. А в конце дня программа самостоятельно формирует отчет о каждом автобусе, в какое время он был на остановке и выходил ли на маршрут. В планах у Управления коммунального хозяйства и транспорта установить видеокамеры на всех крупных остановочных пунктах города.